Друзья, снова всем привет, с вами я, Димас, вы на канале Cooks Brother Hooks, и сегодня я решил замариновать, засолить грибы на зиму. Ну, на зиму можно их тут же есть, прям день-два прошел, они будут чуть-чуть маринованы, как капеты. Но грибы у нас сегодня будут такие вот синие ножки, пару баночек хватит закрыть. Ничего не чистил, ничего не разделал, вот они такие вот получаются, достаточно красивые, большие, они не червивые, синие ножки редко бывают червивые. Осталось срезать плодоножку вот эту, которая нам не нужна, и чуть-чуть помыть, и замочить несколько раз в воде. Буквально это займет час, может полтора, потому что раз замочили, 20 минут постояло, слили воду, еще одну залили, минут 20 постояло, опять то же самое слили, еще одну залили, и уже все. Ну, как бы вода станет светлая, вы сами видите. Они очень чистые, как бы грибы, одни из немногих. Их мыть, промывать много не надо. Ну вот, смотрите, я вот грибочки помыл. Как видите, залил водой, обычной родниковой. Они имеют вот такое свойство, у них вот такие вот большие такие поры, но они очень быстро оттуда грязь вымывается. И сверху на них тоже вот не задерживается грязь, никак там свинушки. Хоть если они в траве, они очень быстро отмываются. У них такая вот, такое покрытие вот очень, ну, очень приятно в плане их чистки и мытья. Они не дают никаких вот этих долгих замачиваний, не нужно делать, и проблем не возникает. Все, 20 минут засекаю, потом процесс то же самое, я их воду солью, снова залью, и еще третий раз то же самое. Ну, увидите, что вода чистая, уже останется без всяких примесей и тому подобное. Мы вот сварили грибочки, слили воду, бульон, они остыли у нас. Вот, так что такие грибочки у нас получились. Порезал их немножко. Вот, ставим на плиту их, наливаем воду. Ну, чтобы они скрылись, как бы так. Рассол полностью их оболок. Ну, около литра, пол-литра, может. Чуть побольше. Смотрите. Вот так они плавают. Вот скрылось жиденько так. Вот такая ситуация. Все, ставим на максимум огонь. И сейчас будем закидывать специи. Специи, в принципе, стандартные, ну, как бы как все используют грибники. Кто, ну, кто часто грибы закрывает, тот знает, что, в принципе, маринад везде одинаковый. Я не стал отступать от каких-то классических рецептов. Чуть добавил своих. Ну, ради пробы, посмотрим, что получится. Вот, будем использовать сахарный песок. Где-то грамм 100-150 здесь у нас. Вот соль 2-3 столовые ложки. Здесь у нас специи, вот смотрите. Много разных специй. Там черный перец, горчица, зерна, лаврушка. Вот, у меня нет душистого перца. Я вот взял несколько зерен сичуанского перца. Также я добавил по 1/3 чайной ложки кориандра молотого. Тоже как бы запах свой придаст. Вот, все это сразу добавляем тоже в наш маринад. Вот, также да, я взял чеснок. Как бы чеснок, я смотрю, никто не добавляет в маринад. Не знаю, что из этого получится. Вот, ну что-то получится. Обычно чеснок добавляем уже, когда открываем баночку и уже употребляем грибочки. Вот так крупненько нарезал, тоже все добавил туда. Вот также решил добавить перец чили. Ну, чили какой-то вот такой вот местного, местный чили. Тоже крупно нарежу, прям зернами. Надеюсь, получится не слишком остро. И тоже добавлю туда. И также я добавлю немножко растительного масла. Ну, прям вообще столовую ложку. Для какой-то такой вот своей изюминки. Не знаю, что из этого выйдет, но мне кажется, надо. Естественно, добавим у нас... Все используют столовый уксус. Мы добавим яблочный уксус. Где-то миллилитров 150. Ну, в принципе, все. Как бы... Сейчас мешаем все. Здесь наш маринад. Варим примерно минут, как закипит, минут 15-20. И уже начинаем раскладывать по баночкам, что у нас получилось. Все, видите.
Ну вот смотрите, друзья мои, вот грибочки наши закипели. И варим в таком же ритме. Можно убавить немножко температуры, поставить среднюю, минут 20-15. Запах обалденный стоит. Ну вот смотрите, у нас прокипело наши грибы минут 15-20. И мы их просто закатываем в баночки. Крышечки я пастеризовал, баночки не стал. И все закрываем. Аккуратно раскладываем по баночкам. Прям вместе с рассолом можно. Естественно, попадает специи у нас. Будет бомбически вкусно. Крышечки стерилизованные. Все хорошо. Оп, закрываем. И переворачиваем. Ну все в таком же ритме делаем дальше. Ну вот, друзья, смотрите. Получилось у нас вот такие вот три замечательные баночки. Из нашего где-то вот килограмма грибов плюс маринад. Рецепт простой. Я думаю, увидите все в описании его. Ну, стандартный. Я чуть добавил своих каких-то изюминок. Так что еще осталось укутать их хорошенько до полного остывания и убрать в погреб, что у нас как бы все убирает, все соленья, маления, все туда. Такой простой рецепт, такие, ну, грибы можно закрывать таким способом любые, просто там, наверное, зависит минуты варки в зависимости от вида грибов. Вот, эти грибы простые, их варить долго не надо, сами все видели. 20 минут максимум при закрывании, плюс где-то 20 минут при варке обычной. Вот, промыть просто побольше и все. Около часа все три стадии у нас получается. Кому рецепт понравился, кто первый раз на канале, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь обязательно на канал, пишите какие-нибудь там свои комментарии, как вы маринуете грибы. Может быть, обязательно попробуем по вашему маринаду, потому что очень часто люди пишут какие-то свои варианты приготовления блюд. Это очень интересно, как бы всегда интересно попробовать. Либо замечания какие-то, это, ну, всегда приятно. Сколько людей, столько готовки, это как бы... естественно. Так что все, с вами был Димас Камера. Всем добра и мира. Увидимся, здоровья главное на нашем канале. Берегите себя. Всего пока-пока.